Перемена года – это важный момент в жизни каждого человека. Новый год – это новый этап, упование на новое свершение. Хочется пожелать, чтобы в новом году, несмотря на все невзгоды и стужи, в каждом доме было тепло и уютно, чтобы Рождество было светлым и радостным. Хочется пожелать крепкого здоровья, жизненного оптимизма, бодрости духа и взаимопонимания не только в жизни, но и в сфере дорожного движения. Только зеленого света вам на жизненном пути. С наступающим Новым годом!